Играли няшки-двойняшки. Мы уже покупали такие игрушки в Фикс-прайсе, и нам очень понравилась эта серия. Вот такие милашки нам попались. Тут есть такая птичка. Есть вот такой, вот такая бабочка. Потом есть такая лисичка и поняшка. Посмотрите на них, никого они вам не напоминают? Конечно, они напоминают зверушек Хэтчималс. Посмотрите, как они похожи. Вот это Хэтчималсы, а вот это Криспики. Кстати, вы заметили, что у этого Хэтчималса и этого Криспика одинаковая поза. Ну что, Маш, начнем открывать наши сюрпризы? Давай. Давай на камень, ножницы, бумага, кто первый? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Первый ножницы. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты первая. Сейчас я буду открывать вот такое. Долго. Тут у нас конфетка, а тут у нас Криспик. Вау! Посмотрите на этого милого утенка. А вот и вклад. Кстати, у меня есть прям такой же Хэтчималс. Точняк! Точно, да. У меня есть прям такой же Хэтчималс. Вот тут весь вкладыш, только тут они другие. Кстати, заметили, смотрите, тут такой есть, а это такой Хэтчималс. Хэтчималс. Да, у них, кстати, почти цвет одинаковый. Еще я заметила, что тут другой вкладыш. Да, просто они тут совсем другие. Кстати, у нас есть поняшка. Вот такая. Она прям в ту же точку. Вот тут конфетки, вот тут игрушка. Ой, если там пусто будет. Вообще. У меня он без вкладыша, но очень такой красивый. Да, кстати, нам тоже вкладыш один раз не ложили. Это какой-то лесной. Тут его нету, это, наверное, емотик. Или это белочка, наверное. Мне кажется, это какой-то кенгуру, да. Да. Вот, тут видите, у него животик такой. Это шишечка. Шишка или... Не знаю. Сейчас я буду открывать такое яичко. Конфетки, игрушка. Главное, чтобы не повторка. Главное, чтобы не повторка. Так, я не люблю повторки, если честно. Мне попалась вот такая коала. Она есть вкладыши, прям в точь такая. Очень красивая. У нее серебряные крылышки. Я уже тут открыла это место. Давай, не буду. Повтор. Нет! Дракончик. Дракончик. Вау! Это морской этот. Или дракон? И это дракончик все равно. Ну, я его хотела. Дракончик был, как прикольный. И еще этот. Просто они одинакового цвета, и мы подумали, прозрачный. Что повторка второй, и крышка. Второй прозрачный. И у меня он без вкладыша. Тоже нет вкладыша. А почему на нем звездочка? Просто звездочка. Давай, Маш, не повторки, пусть у меня не будет повторки. Я очень люблю повторки. Может, вот бы это была не повторка какая-нибудь. Тут у нас же... Пусть какой-нибудь медвежонок, что ли. У меня кто-то зеленый. Покажи. Что за это рыба-кит. Это дельфин? Дельфинчик. У него просто эти крылышки, как рога. Просто им надо было крылышки чуть-чуть на спинку, да? Сюда можно было, да. Просто ручку. Нет, вот сюда. Ну вот. Да, кстати. Ну ладно, ничего страшного. Ну тоже симпатичный. И все, давай еще один Даша. Потом у меня, ой, повторка, наверное. Даша думает, что там поняшка. Ну тут есть еще какие-то розовые, поэтому не переживайте. Нет, там уже видно, там оранжевый. Нет! Ноль повторок. Вот все наши. Ну, эти у нас Хэтчималсы. Мы сегодня собрали 6
яиц и ни одной повторки. Если вам понравились наши криспики, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и всем пока!